Дед Мороз. Вот так. Он пришел, подарки нам принес рыбакам. Это рыбацкое видео. Нам принес подарки Дед Мороз. Из китайского сайта. Вот такого, да? Дед Мороз не оттуда, Дед Мороз аргентинский. А сайт китайский, который рыбакам принес подарки. Показываю. Это одна посылочка моя. Наряжать елку. Где это все хозяйство купить? Ссылочка будет под видео. Смотрите. Как вам? Офигели? Правильно. Смотрите. Большие, маленькие, с колотушками, цветные, такие, микроскопичные. Ну, не знаю, у нас такую рыбу только, наверное, живец будет брать. У нас еще больше надо. Но все равно, посмотрите. Посылка к Новому году рыбаку. 108 штук. Каких-то два этих самых, всего-навсего два месяца переживаний, пока дойдет. И таможня даст добро. И смотрите, сколько всего. О, кто хочет такие штучки, красивые, симпатичные, каждая заделанная в отдельную. На любой цвет и вкус, хоть сам бы кушал, или елку наряжать, так как у нас Новый год скоро, через две недельки наступает. Так что если поеду на рыбалку, возьму это все хозяйство, вокруг своей палатки понавешаю, на елку понавешаю, и вам того желаю. Кто желает это купить, покупайте внизу по ссылочке. Пока. Так, надо же хоть какую-то, да, открыть, показать, как же оно там. Все, смотрите, значит, коробочки такие, как отклеивающиеся кулечки, да? Вот, некоторые вот такого стиля. Вот я их на руку, и чтобы хорошо рассмотрели. Видите? И некоторые такие, которые цепляются за спинку. Сейчас мы ее тоже откроем. Положим. Ай, хорошие крепкие крючки. Видите, уже за меня цепляется. Так что вот такие там наборчики существуют. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот которая цепляется за спинку. Кулечки лежит еще такого стиля. Так что я обеспечен наживкой. Смотрите. Симпатичные. То есть 100 с лишним штук, все разных размеров. От 11 сантиметров и там до крошечных, маленьких-маленьких. Вот до таких, я думаю, тут один с лишним сантиметрик. Так что все, ребята, наслаждаемся, нарожаем елочки рыболовные свои, особенно у нас, когда сейчас жара. Классно все. Пока и до следующих видео.